нормально. Вроде нормально, вроде успела. Это что такое? Они что, и тут ездят, что ли? Или нет, или да? Непонятно. Такая, знаете, миссия очень забавная. Забавная. Фак. Они ездят тут по этим пескам, ёб вашу мать. Капец. Какая прелесть. Хотя вроде бы пофиг, пошла вперед. Вот тут, короче, свою лошадь поставлю. Так, хорошо. Нет, все-таки хорошо, что я снайперку взяла. Раз. Кто тут еще? Эти не работают. Штуки. Два. Ну-ка, отмечайся. Не хочет отмечать, не видит отсюда. Хотя, блин, почему не видит? Ладно, пофиг, пошла. Ну, там еще одна лошадь. Новая цель. Ликвидируйте командира. А у нас командир кто? Командир со звездочкой над головой. Какая прелесть. Кто у нас со звездочкой над головой? А, хрен его знает. Ах ты фак. Там кто-то в окне, по-моему, был. Хорошо, что я вовремя заметила. Лучше реально там в окне кто-то был. Иди сюда. Потому что мне не особо хочется, знаете ли, чтобы тут переполох устраивать какой-то. Здрасте. Фак. А, меня не видели. Я же сказала, там в окне кто-то был. Сейчас он выйдет. Да, вот он вышел. Какая прелесть. Спасибо, что вы оказали такую честь. Гляньте, он еще и перелазит. Давай, я тебе кину даже фигнюшку. Это что, снайпер, что ли? Или нет, или да? Ты будешь слезать? Фак. А ну-ка. Вроде куда-то идет, хрен его знает. Давай, шевели своими. Кто ты? Вау, это был, оказывается, капитан. Супер. Слушайте, вообще даже ничего особо не пришлось делать. Вообще суперово. Ой. Твою мать. Там машина. Какого хрена она тут кота? О, какой-то. А, понятно. А куда его отправлять-то? Ёб твою за ногу. Да, далековато. Че это за место? Нормально, тут ковры, тут прям все. Все цивильно, все красиво, да? Вот что? Куда деваться?
Можно это закрыть? Все, до свидания, спасибо. Да ёб твою мать. Давай, разворот. Капец. Ну, типа, сделали, короче, чтобы не особо расслаблять свои булки. Я поняла. Все супер. Очень забавно, что тут никого не... О, вон там вижу. Товарища. Так, сейчас я молчу, потому что я... Здрасте. До свидания. Что это? Да, отключить сирену, конечно же. Что это такое? Что это за штучка? Не знаю, что это за штучка. Но пока что вроде бы вроде нормально. Моя лошадь опять ко мне прискакала. Да. Мы всецело доверились способностям Зары. Но я не сомневался, что она совсем справится. Потому что я красава. Я думаю, что лучше вот так вот, да, сделать определенно. Оббежать. Вообще, с другой стороны. Машина вроде бы далеко. Вроде бы должна успеть. Но тут вряд ли по этим дюнам будет машина ехать. Огромным. Думаю, я вот здесь оставлю свою лошадь. Думаю, да. Фак, там еще одна машина. Стой, 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 стой. Окей. И куда она едет? Какие-то неведомые дали. Сейчас ее отмечу заодно. Окей, думаю, я вот эту вот пройду как раз за сейчас вот эту миссию, и будет вообще нормально. Мне надо аж вон туда. Что она делает, эта машина? Я просто балдею, слушайте. Вообще хрен поймешь. Класс, там еще одна едет, вообще супер. Нет, ну его нафиг, пойду лучше по той стороне, как здрасте. Я туда-сюда бегаю. А, вон она уехала. Вообще супер. Пока она уехала, я побегу сюда. Класс, тень так круто видно. Да ко мне главное добежать, а там уже дело техники. Ну или не до камней, или до чего-нибудь вот такого полуразрушенного здания. Тоже как вариант можно. Хм. Как интересно. Тут ничего нету, кстати. Так, где моя винтовка? Там что-то я никого не вижу. Что тут как так, вон там голуби. А что тут никого нету толком? Куда все делись? Алло? Что тут как-то вообще никого нету. Что за приколы? А, во! А, пиромант. Ёб твою мать. Ненавижу пироманта. Их терпеть не могу. Командир где? Я так понимаю, командир где-то недалеко от
недалеко от этой, где птицы. Да, где-то там определенно. Что это за место? Угу, понятно. Где-то, где вот эти голуби почтовые, где-то там они. Вообще, ну, их размещают, этих командиров. Может быть, он где-то здесь. Как вариант. В принципе, возможно. Но я очень удивлена, почему никого толком нету, кроме этого пироманта, который тут выдает. И он меня вообще не радует. Что это за место? Запрыгивай. Да запрыгивай. Хм. Как-то тихо. Прям реально очень тихо. А двери на второй этаж. А, вот она. Двери, в смысле, лестницы. Хм. Как мило. Никого нет. И тут никого нет. Пипец. Походу, тут только один этот ходит. А, нет, вот. Еще один. Супер. А что это он там с фигней какой-то красной? Странно. Что-то мне это вообще не нравится. Нифига. Да реально, что-то они красненькие стали. Тут освещение меняется, закрою двери. Где он этот? Где его искать? Хрен его знает. Вообще непонятно. А, может быть, он там? Кстати, как вариант. Возможно и такое. Что он может быть там, в том здании. Думаю, да. Надо выйти отсюда в таком случае. Никого нет, никого не вижу. Какая прелесть. Ну-ка. Давай, шевелись туда. Тихо. Все нормально. Все супер. Залезу наверх. Че, тут ничего нету? Да, реально ничего нету. Кроме пулемета ничего здесь нету. Окей, ладно. Где мне искать этого дядьку-то? Я вообще не бум-бум. О, как он меня не увидел? Ай, мама дорогая. Капец. Вот это да. Как он меня не увидел? I'm very shocking. Блин, я еще не присевший хожу.
Капец. Ну нахер. Как бы так бы мне... Упс. Я убегаю. Фак. Я как ассасин. Я действую тихо и скрытно, господи. Ой, капец. Я понять не могу, блин. Они как-то их всех попрятали так. Вообще по-жесткому. Я их вообще не вижу. Просто. В упор. Там что-то еще взрывается. Офигенно. Вот там где-то, да. Да, вон там. Так, окей. Чё это за место? Непонятно. Ничего не видно, никого не слышно. Где этот командир? Хрен его знает. А что вот это там такое? А, это какая-то хреновина. И все усложняется тем, что здесь вот эти вот огнеметчики. Просто в разы все усложняется. Ой, не та дверь. Сори. Не та немножко дверь. Командир, где этот командир? Ну, вон есть еще одна. Еще один домик. Вроде нормально. Можно так обойти, я надеюсь. Тут никого же не будет. Я думаю, вряд ли командир будет в такой находиться ерундовине. Это капец. Я как слон топаю. Где его искать, хрен его знает. Я уже все домики облазила практически. Ну не все, конечно, но практически все. Над ним должна быть типа иконка, что он типа главный перец тут. Упс. На районе. Прикол. Давай иди сюда. Коль я уже прыгнула как конь. Здрасте. Ну, по крайней мере, одним меньше. Уже приятно радует. Что-то я вообще не могу его найти, этого Ахламона. Где он там лазит? Тут что ли где-то? Ну, вот оно такое укрепленное вроде бы. Возможно, что он здесь сидит. Как вариант. Ну что-то тут вообще прям. Да, наверное, он здесь. А может и не здесь. Фу, странно. И где же он? Они, интересно, рандомно или нет? Их ставят, этих всех товарищей. О, здрасте.
супер. Вон он, видать, только тот командир. Да, скорее всего, вон он там. Гаденыш. Все, супер. Меня нет. Меня просто уже заколебало то, что он... Стопэ. Нормально. Вот все, щетит. Нормально, ничего тебя не палят. Ой, блин. Fuck it, щетит. Мадафака. Все нормально. Сейчас они успокоятся. Да, меня там уже нету, как бы. Гляньте, смотрите, какой он интеллектуально развитый мужчина. О, все. Потерял меня. А сумка? Вон там сумка. По крайней мере, я теперь хоть знаю, где этот товарищ с сумкой. То реально заколебалась уже искать. Все-таки, в принципе, как я и думала, он в том здании, в таком более укрепленном был. Где она, эта сумка? Вон там где-то. Машина еще вот эта едет. Упс. Машинка! Если он вдруг слышно соседей, то извините. Потихоньку. Я могу, интересно, на него... прыгнуть. Могу. Вообще супер. Здравствуйте, командир. Замечательно. Большое спасибо вам за сотрудничество. Блин, за сотрудничество. Я удаляюсь. Потихоньку. Тут что-то есть интересное, мне интересно. Вроде бы ничего нету. А жаль. Могли бы что-то. Так, подождите. Где эта фигня? А, она в той стороне. Нормально. Они где-то в той стороне ошиваются. Я, естественно, не в той стороне, поэтому мне пофиг. И голубочек, лети. Ах ты, паскуда. Ты как выбрался? От гадина. Нормально, куда меня тянут? Милые, сообщение уже отправлено. Но боюсь, это не то сообщение. Лёрнс так радушно меня принял, что даже неловко было сбегать. Я, разумеется, запомнил, где находится лагерь Лоуренса. Следовательно,
Об этом знает и поезд. Вы дважды передали на поезд, что все спокойно, но... Я назвал ему точное место атаки. Этот зверь уже чует твой запах. Моя милая, он убьет тебя и твою шайку бунтовщиков. Сначала огненный дождь из пушек, а потом придут солдаты, чтобы добить оставшихся. Сегодня легенде о Лоренсе Равийском придет конец. Скользнули как раз вовремя. Дурак был Тилкич, если думал, что мы останемся после того, как он сбежал. Коновар не перестанет на нас охотиться. Да, не перестанет. Так, так, дай подумать. Ехать поезду далеко. Ему надо остановиться и набрать воды. Там мы нанесем удар. Согласна. Я уберу часовых, а потом заложу на рельсах взрывчатку. Да, а я соберу бойцов. Когда я взорву рельсы, поезд будет в ловушке. Услышишь взрыв, будь готов атаковать их в полную силу. План хороший. Но ты знаешь, что люди могут и не прийти. Может оказаться так, что взорвешь рельсы и увидишь, что ты там одна. Пока не взорву, в любом случае не узнаю. Ясно! Человек предполагает, а Бог располагает. Оказалось, что городок, в котором мы собирались устроить засаду на поезд, полон врагов. Прежде чем устанавливать взрывчатку, нужно было расправиться с солдатами. Окей, ребята, думаю, на этом я пока что завершу. Поэтому хочу сказать всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, что вам было интересно. Всем удачи, всем до скорого. И да... И оставляйте свои комментарии насчет серий, вот, потому что мне интересно знать ваше мнение. Вот, и да, и на этом я уже завершу. Еще раз хочу сказать всем большое спасибо за просмотр, надеюсь, что вам было интересно. Всем удачи, всем до скорого и пока.